начинали проект телевизионный «Едим дома», мы даже не представляли себе, насколько многоплановое это понятие «Едим дома». Чтобы есть дома, элементарно нужны продукты. Что значит для вас продукты? Вот для меня продукты – это когда я беру в руки сыр, и я себе прекрасно отдаю отчет, что это свежий сыр, что производитель работает со свежим молоком, что это, собственно говоря, контакт глаза в глаза. Именно поэтому возникла эта идея сделать магазин, который тоже называется «Едим дома». Потому что за каждый продукт, представленный на этих полках, я и моя команда отвечаем лично. Мы постоянно ведем работу в поисках тех производителей, которые точно так же, как и мы, разделяют философию того, что есть дома – это самое правильное. Есть дома – это прекрасно. Ну, представьте себе, вот вы, вас посетило вдохновение, и вы хотите испечь с утра торт в субботу. Или у вас неожиданные гости. Или, ну, я не знаю, вы влюбились, и вам хочется скорее порадовать своего любимого какими-то сладостями или, наоборот, чем-то остреньким. Представить себе, что вы куда-то мчитесь в огромном супермаркете, но это же невозможно. А мы в шаговой доступности, и продукты у нас всегда свежие. В общем, я должна вам честно сказать, это магазин моей мечты. Если у вас мечты такие же, как у меня, приходите к нам.